Все было интересно. Выбрасывание в зоне соперников. Полторы минуты играть. Первая зона площадки. Афанасьев. Вороной. Мурунов. Наброс. И контратака. На месте Поминов. Продолжается игра. Вороной шайбой. Михайлов. Шаматов. Передача на Афанасьева. Встали в зону. Доверного пытаются разыграть. Минуту еще играть в третьем периоде. Бросок. Надо добивание. Добивания нет никого на добивании. Вновь шайба откатывается в нашу зону. Не даем ей выйти полностью. Перехватывает ее хоккеисты Динамо. Ну что ж, друзья. Вот и пошла последняя минута. Хочется традиционно пожелать вам всего-всего доброго. С вами был краснознаменский голос ночной хоккейной лиги Влад Полунин. Любите хоккей в себе, не себя в хоккее. Счастья вам, здоровья и последняя атака в исполнении нашей команды. Мурунов, хорошая передача и шайба в сетке с другой стороны. Да, на этом атака не заканчивается. 18 секунд, есть еще возможность сделать бросок. И бросок Шаматова в девятку. Это 5-2, это победа. Вы слышите болельщиков, встроенный хор. 5-2. Ну что ж, 11 секунд остается играть в третьем периоде. Второе зело на площадке. Будет доигрывать 11 секунд. Но, в принципе, за 11 секунд есть возможность провести атаку, друзья. И хоккейная история знает немало таких моментов. Улитин. Бросок поворотом. Бегишев пытался добить. Солодов. Бросок. Вместе с сиреной. Закончена игра. Всего доброго, друзья. Увидимся на хоккее.